Замена труб, проверка приборов и утепление коммуникаций. В Химках идет подготовка к отопительному сезону. У жилищника большой фронт работ. За летние месяцы надо привести в порядок больше 600 жилых домов. За этот период предстоит проверить запорную арматуру, при необходимости ее заменить, проверить трубы, проверить изоляцию. На данный период жилищникам отревизовано уже порядка 625 единиц запорной арматуры. Сделан ремонт 1112 погонных метров межпанельных швов. Заменено 125 метров труб. Больше всего времени уходит на замену труб, так как надо отключать водоснабжение во всем доме. Также по обращениям жителей проводят герметизацию межпанельных швов и ремонт мягкой кровли. К новому отопительному сезону уже готовы 174 многоквартирных дома. Все работы в остальных МКД завершат к 1 сентября.